Всем привет! Всем привет! С вами Александр Левчук и Анна Галенда, город Харьков, Украина. Мы рады вас приветствовать на этом мини-фестивале, мини-онлайн-фестивале. Почему мини-фестивале? Там уже 80 человек, ну, даже общем, больше, да. Так онлайн-фестивале на по бачате. Очень классной онлайн-версии Sunny Days Бачата Фестивал. Вот, и начинаем наш первый класс. Первый онлайн-мастер-класс по Body Motion. Body Isolation, да, изоляция. Изоляция в теле. Сейчас мы начнем, так сказать, с базы. Да, пишите ваши комментарии, задавайте вопросы. Постараемся отвечать. Будем стараться видеть и отвечать. Ну и пробуйте, конечно, кто дома один, берите кота. Можно с котом потихоньку пробовать это все делать. У кого есть партнерши с партнершей. Ну, для начала мы, конечно, будем сейчас делать движение соль. Для начала. Первое, что мы будем пробовать делать, это движение грудной клетки, движение корпуса. Что такое изоляция? Это отдельное движение, отдельной частью тела, независимо от остальных частей тела. То есть, соответственно, сначала мы будем двигать. На что мы можем поделить наше тело? Можем разделить его на грудную клетку, на бедра, на плечи, на голову. То есть, в принципе, мы можем разделить много чего. В данном случае сейчас мы начнем с грудной клетки. Постепенно. Очень важно, когда мы делаем движение одной частью тела, чтобы все остальные у нас оставались изолированы. То есть, в принципе, самый, конечно, простой вариант двигаться, это просто переносить вес ноги на ногу, но тогда двигается у нас все сразу, и корпус, и бедра, и ноги. Когда двигается отдельно грудная клетка, мы выводим грудную клетку только в сторону, к примеру, только налево, возвращаем центр. Еще раз, только налево, возвращаем центр. Плечи. Один момент, при этом колени слегка смягчены. На прямых ногах мы не сможем хорошо выдвигать грудную клетку. Поэтому мягкие колени, стройная позиция. Да, плечи остаются параллельно полу. То есть есть разные движения, движения, связанные с наклонами, когда у нас наша рамочка, наш плечевой пояс начинает наклоняться в сторону. Сейчас мы делаем другое движение, мы делаем просто выход грудной клетки в сторону и в другую сторону. Влево,
сгибаем. Лево, право, лево, право. Плечи параллельно полу. Грудная клетка параллельно полу. Без наклона. Стараемся, чтобы бедра никуда у нас не вылазили. Ни влево, ни вправо вместе с грудной клеткой. То есть, чтобы двигалось только вверх, только вверх. Только влево, только вправо. Если ваши бедра двигаются вместе с верхом, можно попробовать сесть на стульчик. Можно взять с кухни стульчик, да, взять стульчик, сесть на него и попробовать двигать только верхней частью. То есть у вас будет такое именно ощущение. Низ зафиксирован. Или сесть на пол и попробовать двигать грудную клетку только отдельно. Таким образом у нас бедра зафиксированы, если нет такого опыта, например. Хорошо. Еще разок. Грудная клетка, грудная клетка, грудная клетка, грудная клетка. Хорошо. Теперь поехали дальше. Раскрываем грудную клетку вперед. А каким образом? То есть, если, допустим, смотреть боком, то у нас грудная клетка выдвигается вперед, мы раскрываем вперед, главное, ну, вперед и вверх больше идет движение, не вниз. То есть, мы не используем поясницу, а идет только вверх грудная клетка. Для этого нам нужно вытянуть диафрагму, потому что вы не можете просто вытянуть грудную клетку вперед без использования пресса. Поэтому мы выдвигаем диафрагму, вытягиваем диафрагму. Грудная, лопатки раскрываются, грудная клетка выходит вперед. То есть лопатки – это то единственное, что должно оставаться внизу. Лопатки лежат на копчике. Такая вот шутка. Грудная клетка выходит вперед. Мы подставляем обычно ножку спереди. Обычно это правая нога. Удобнее для девочек, всего, когда правая спереди, левая сзади. Мы, можно, в принципе, когда и в паре все это будем делать, у нас в основном будет правая спереди, левая сзади. У партнера и у партнерши. На волнах, на подобных движениях. Поехали. Грудная клетка вперед. И закрыли грудную клетку. Сделали пресс сокращается. Черепашечку. Сделали черепашечку. Понятное дело, в такой позиции мы бейзинг шаг не танцуем, но это будет очень смешно смотреться. Это для разработки пластики, для движений из связанных с изоляцией. Закрыли, раскрыли, закрыли, раскрыли, закрыли, раскрыли. Движение грудной клетки вперед. Стараемся, чтобы бедра отдельно специально не ходили вместе с грудной клеткой, только грудная клетка. Бедра двигаются только поскольку они соединены с корпусом. Угу. Вытягиваем диафрагму, сокращаем диафрагму. Вытягиваем, сокращаем. Лопатки опущены. Угу. Отлично. И теперь пробуем делать движение по кругу. То есть соединяем все эти точки. Мы идем, допустим, вспомнили, в сторону, в сторону, в сторону, в сторону. И теперь двигаемся вперед-назад. Просто вперед. Назад, вперед, назад, вперед, назад. Да. И теперь ножки остаются параллельно полу. Мы не будем менять позицию ног вперед-назад, когда идет грудная клетка вперед. Мы делаем движение по кругу, body roll. То есть делаем сторону, теперь раскрываем вперед, идем в сторону, назад, сторону, вперед, сторону, назад. Плечи опять же все время остаются параллельно полу, лопатки опущены, да, и теперь пошел кружочек, они уже все полностью делают кружочек, у нас идет движение назад, в сторону, вперед, мы скругляем вот эти вот движения, да, в музыке есть иногда конкретные акценты, которые диктуют возможность сделать по точкам корпус, точка, 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 та-та-та, та-та-та, к примеру. Либо же идет более плавная музыка, и под эту музыку мы делаем движение более плавное. Более плавное, когда мы скругляем. То же самое идет движение обратно. Мы закрываем грудную клетку, идем налево, вперед, направо, назад. Коленки все время остаются мягкими, вес переносим с ноги на ногу. Не остаемся на ровных ногах. Если мы хотим большую амплитуду бодирола, то мы можем ниже присесть, во-первых. Вот, тогда у нас будет больше амплитуда. Если меньше, мы можем так сильно не присаживаться. Или чередовать уровень, мы можем двигаться вниз, вверх, вниз, вверх. Сейчас он момент. Вниз, вверх, Саша, вернись. Да. Так, поехали. Смотрите, для максимального эффекта изоляции мы можем себе представить, что у нас на голове стоит что-то ценное. Мы обычно шутим про iPhone.
но можно представить себе стакан с водой, стакан с вином и так далее. Белое платье, белый костюм, на котором можно все это разлиться. Стакан с вином, вот, да, если мы хотим только абсолютно изолировать корпус без головы, то есть мы можем двигаться с головой на более широкий бодирол или меньше, и голова будет на одном месте. Можно взять дома кота, посадить на голову. Да, в зависимости от размера. И посмотреть, кота. Как он, да, как он будет держаться. Или чтобы книгу, он когтями впился так вот, да. Хорошо, да, и грудная клетка не двигалась. Ладно, пробуем еще раз. Точки, точка, 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 точка. И пошел кружочек. Кружочек, в другую сторону. Идем в другую сторону. Хорошо. Хорошо. Теперь попробуем с вами просто включаем музыку и под музыку это все сделаем. Вверх. Точки в сторону, вперед, в сторону, назад, в сторону, вперед, и чуть-чуть быстрее, три счета, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, другую сторону, раз, два, три, раз, два, три, полный круг, медленно. Вспомнить, как медленно мы делали каждую конкретную детальку. Вот. Пробуем дальше и потом немножечко поговорим о ведении, как вести и следовать. То есть, если у вас дома есть партнерша, вы, конечно, легко с ней можете это все попробовать или попробовать с котом. Коты, они тоже очень пластичны. Вот. Иногда более пластичные, чем девушки, но ладно. Все, для кота. Спасибо. Вот, еще мы девушек котами называем, но вот за пластик. Молодец, поговорил. Окей. Так, теперь давайте, что у нас? А, бедра. Коленки, когда мы делаем движение бедрами, мы сгибаем колени чуть-чуть больше. И фиксируем теперь вверх. У нас все так же для бедер сохраняется стакан на голове. Да. То есть, если мы двигаем отдельно бедра. Не прыгаем. Оп. Можно это довести до абсолюта, действительно положить книгу и посмотреть, что будет. Раз, да. Просто переносим бедра в сторону. Знания из книги пойдут сразу в мозг. Хорошо, теперь то же самое, движения круговые, движения, уводим бедра назад, вводим бедра в сторону, вперед. Опять же, это изоляция, когда у нас двигаются бедра, у нас не двигается корпус, то есть у нас не двигается все целиком, все туловище. Иначе книга упадет. Обязательно, да. Привет, кота, не дай бог. У нас движение идет только бедра. Двигаются только бедра, они изолируются. Вверх до грудной клетки, до этой линии. Да. Не двигается. То есть стараемся представить себе так, что мы сидим за столом, вот руки у меня на столе. Дома можно сесть за столом. А бедра — это отдельная часть, которая не участвует в движении. Попробуйте, вот очень даже прикольно выглядит. Вот. И круг. Пошли, делаем круг. В сторону назад, в сторону вперед. Угу. Полный кружочек, полный кружочек. Хорошо. Теперь точки, корпус и бедра. Соединяем то, что очень распространенное движение.
в бачате, это корпус и бедра. Начинаем, допустим, с бедер. Мы присели вниз, у нас есть два разных этажа, то есть вот один этаж и второй этаж, когда коленки остаются полусогнутыми, но при этом мы не настолько сидим низко, как на движениях бедрами, но и не на ровных ногах мы остаемся. Вот. То есть, когда мы делаем движение бедром, мы выводим бедро в сторону. Теперь хотим перейти на грудную клетку, немножко вырастаем наверх. Чик, выросли, выдвинули грудную клетку в сторону. Теперь дальше продолжаем. Снова вверх, бедро еще осталось здесь, и мы пока еще на том же уровне. Теперь, да, мы идем... Сдвигаем бедро. Вниз, чуть больше присядем. Пока двигается грудная клетка, нижняя часть не участвует. Пока двигается нижняя часть, верхняя часть не участвует. И пошли еще разочек. Бедро, вверх, чик, вверх, чик, бедро, оп, и... Раз, три, пять, семь. Раз, три, да, лучший вид сразу. Оп. Раз, три, пять, семь. Раз, три, пять, семь. Очень важно действительно следить за изоляцией. Если нет наклонов, здесь нет наклонов. Никаких наклонов нету. Если дома есть зеркало, особенно в шкафу, к примеру, хорошее зеркало, вы можете перед зеркалом спокойно стоять, это все делать, смотреть, чтобы у вас двигалась только та часть низ, тела, которую вы хотите, чтобы вверх. Она двигалась. То есть, чтобы двигались только бедра или только вверх все время. Если идет изоляция, смотрим. Когда мы танцуем в паре, этот момент всегда очень важно вести для парней, девушек следовать. То есть, если я веду только нижнюю часть, я веду только своими бедрами, у нее двигаются только ее бедра. У нас вот. На голове книга. Мы не двигаемся, не двигается другая часть тела. То же самое происходит, когда идет вверх. Мы двигаем, идет только верхняя часть, бедра остаются. Да, они минимально. Создается эффект, что они двигаются. В дальнейшем уже будут движения, связанные с работой бедер, но которые идут от ведения корпуса, от ведения грудной клетки. Но сейчас, вот, допустим, мы делаем только изоляцию. Только изоляцию, я веду только бедра, только корпус, работает только корпус, только бедра, только бедра. Давайте еще разочек, идем. Надеюсь, бедра. Нас слышно. Если не слышно, как-то дайте нам знать. Они вроде никто не звонит, все нормально, все хорошо. Пошли, идем. И раз, вверх, два, обратно. Три, семь, четыре. Раз, два, три. По счету, опять же, есть ритм на каждый нечетный счет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Или быстрее. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Раз, два, три. 5, 6, 7. Или подряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Или вы можете играться так, как мы игрались до этого. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Это сложнее понять партнерши, но чем выше ваш уровень мастерства, тем проще вам передать эту информацию телу партнерши. Хорошо. Теперь. Пробуем сейчас соединять под музыку. Мы под музыку сделаем движения, связанные с точками, связанные с плавным переходом и разной скоростью. То есть только вверх, только низ, низ вверх вместе и также бодер. Можно вперед и вперед назад. Да, то же самое можно взять вперед, назад, то есть бедра, корпус, корпус, бедра. Здесь бедра, бедра двигаются вперед и назад. Корпус, вот. Корпус, отдельно, конечно, мы можем. Обязательно нарабатываем это движение. Вот оно нарабатывается, бедра вперед. Майкл Джексон. В домашних условиях работаем. Да, все хорошо, поехали дальше. С котами. Не-не, котов не обижать. Котов не обижать этими движениями. Вот. Хоть и март, ничего. Пошли, грудная клетка. Коты сами все умеют. Что изоляция с людьми делает, да? Пошли, бедро, корпус, корпус, бедра. Бедро, корпус. Корпус, бедра. Раз, два, раз, два. Как, допустим, мы танцуем это движение в паре? Понятное дело, мы не подходим к партнерше и не начинаем с ней делать какие-то такие движения. То Facebook забанит это видео. Мы забираем, допустим, бедро, забираем корпус. Корпус назад, присаживаемся в бедро. Забираем в бедро, забираем корпус. Вот, сейчас еще раз сделаем сольно, а потом по убеждению отдельно. Музыка в студию. Диджей Левчук. Лайвстрим. Лайвстрим. Вау, 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 вау,
Конечно, рассмотрим, можно потом спрашивать, что непонятно, какие есть мысли на этот счет, спрашивать. Теперь соединяем движения боковые, то есть движение бедром снизу, переходим дальше наверх. Что у нас работает? Здесь движение бедром, все понятно, такое, как мы уже делали, перенесли вес, вес здесь, на левой ноге. Теперь нам нужно вытянуть боковые мышцы. Именно вытянуть, то есть не провалить право, а вытянуть лево, вытянуть межреберные мышцы. Таким образом мы, получается, наклоняемся направо, но стоим большая часть веса на левой ноге. Не вся, но большая часть. Вот, то есть мы вырастаем на левой ноге от бедра, вытягиваем мышцы. Попробуйте представить, как вы вытягиваете вашу вот ось. Движение идет пресс. Наклон от ноги через бок, да. Работают межреберные мышцы, косые мышцы, собственно, и пресс вытягивается, да. Вот этот второй момент. Это проходящий момент между бедрами и грудной клеткой. И, то есть вот эта вот средняя часть вытягивается. Мы наклоняем. Теперь у нас срабатывает другое движение. Это наклон корпуса. То есть до этого у нас плечи были параллельно полу все время. Сейчас у нас, когда вытягиваются мышцы наверх, мы чуть-чуть наклоняем свой корпус для того, чтобы поменять линию нашего движения. Да, и голова получается с опаздыванием наклоняется направо вместе с грудной клеткой. Она идет за грудной клеткой. Полностью. Вот у нас рамочка наклонилась. И дальше пока что мы будем просто выравниваться. Выровняли корпус. Таким образом у нас получается движение боковая волна, которая идет снизу. Плие чуть-чуть больше согнули коленки. И теперь идем снизу, наверх. Оп, вытянулись. И одели грудную клетку на позвоночник. То есть позвоночник выдвинулся снизу. Средняя часть позвоночника, сверху одевается грудная клетка вместе с головой. Да. И дальше мы то же самое, давайте еще разочек, снизу, идем снизу, бедро, вытягиваемся, наклоняем корпус, выравниваемся наверх. Вот, в общем-то, и вес полностью переносится на левую ногу. Да, и еще разок, пошли, бедро, корпус, вверх,
И теперь сверху идем вниз. Наклоняем корпус. Теперь срабатываем. Вот с грудной клеткой. Да, вместе. Вот. Все вместе. Вот как будто мы вместе со столиком, за которым сидим, наклонились. Мы наклоняемся от грудной клетки. То есть вот это вот, это наклон поясницы. Мы его сейчас не используем, мы наклоняемся только верхом. До солнечного сплетения у нас прямой позвоночник относительно. То есть вот идет наклон. Да. Наклонились, выровнялись, оп, наклонились, выровнялись. Теперь идем вниз. Раз, сокращаем мышцы пресса. Чик. Сокращаем мышцы левые. Можно отдельно правые. Нарабатывать вот себе боковые мышцы, чтобы у нас накачивать, как будто мы матрас накачиваем. Дома, допустим. Вот эти мышцы, левые мышцы сокращаются, правые вытягиваются, ну или наоборот. Из этой позиции вес переносится на правую ногу уже частично. Оп. Вот сократились. И дальше мы присаживаемся уже. Догоняем бедрами. То есть выравниваем позвоночник корпус. Снова. Да. Корпус теперь ровный. То есть как мы переходим из этой позиции в эту позицию. Таким вот образом. Через наклон, сокращение мышц и, ну, грубо говоря, выдвижение средней части вправо и бедра догоняют. Обратно. Бедро. Корпус вытягиваем. Наклонили. Выровнялись. Чик. Руки можно держать, чтобы понимать, как наклоняется грудная клетка. Именно плечевой пояс. Раз, наклон. Теперь снова центр. Сели. Опять. Бедро. Центр. Встали. Корпус. Центр. Присели. Бедро. Корпус. Встали. Еще раз. Вниз. Опять же, движение, как и любое другое, связанное с изоляцией, мы можем делать по точкам. Секундочку. Голушка. Голова обрезается, да? Ну ничего, мы в грудной клетке работаем, чтобы на сцене видно. Смотрите, можно делать то же самое по точкам. То есть точка, 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 точка. Для того, чтобы это получалось... Мы изолируем уже вот эти вот части, то есть бедра, понятно, теперь пресс, боковые мышцы и дальше вверх. Для того, чтобы получались точки, нам нужно максимально собирать свои мышцы, останавливать себя, то есть чтобы... Сокращать, да. Чтобы мы делали движение плавно, мы расслабляем, делаем движение плавно, делаем более спокойно. Для того, чтобы собраться, мы сделали ха, собрались, оп, собрались. То есть дышать себя надо. Обязательно. Дышим. Дышать можно. Дышим, да. Но пресс работает. То есть у нас все время задействован пресс. В момент, когда мы будем бедра, сокращаем пресс. В момент, когда мы вытягиваем боковые мышцы, тоже краткое сокращение. И краткое сокращение мышц, когда мы выравниваемся. То же самое наоборот. Точка. Сократили. Вот если бы сейчас у нас бы кубики были видны. Сократили кубики. Сократили. Или кубик. Или ну, кубик, там да. Как получается. У кого что. Раз, раз, раз. Там, там. То же самое мы можем двигаться в другую сторону. Перешли сейчас на левую ножку и двигаемся вправо. Правое бедро. Оп. Теперь. Вытягиваем правое ребро. Вправо. Промежреберные мышцы. И наклоняем грудную клетку. Раз. И выровнялись. Наращиваем грудную клетку. Теперь обратно. Наклонились. Сократили мышцы. То есть переносим ось по частям. Нижнюю часть. Среднюю часть. Оп. Вверх. Еще раз. Вверх. Центр. Бедра. Бедра. Центр. Вверх. Да. И потихонечку пробуем соединять это все. Понятное дело, более легкая версия. Некоторые предпочитают немножко халтурить, когда у нас идем раз, оп, раз, оп. То есть фактически не работает центр, не работает пресс, не вытягиваются вот эти вот боковые мышцы. За счет этого получается движение двумя точками. Оно похожее, но не совсем. Поэтому для того, чтобы качественно наработать, мы стараемся делать движение вот здесь. Среднюю часть разрабатывать. Парни, если вы так ведете, девочка не доделывает полностью волну. То есть, например, если экономно... То есть я веду ей только бедрачек. Теперь я разворачиваю корпус, наклоняю грудную клетку, вытягиваю. Чик. В основном ведение идет своим корпусом. И дальше, оп, для начала просто выравниваю. Сейчас вес полностью на правой ноге получается. Да, дальше наклоняю. Конкретно по ведению. Конкретно по ведению сейчас все, что мы делали. Движение бедер, движение корпуса. Значит, у нас идет. Когда мы хотим повести бедра, я веду партнершу чуть-чуть вниз, на плие. Чик, мы присели.
присели. Больше. Это сигнал к тому, что шаги уже не будут. В этой позиции танцевать бейзик очень странно, очень неудобно, никто его не танцует. Если с вами так танцует бейзик, то вы можете гневно посмотреть на партнера, укусить его за ухо или еще что-то сделать, потому что ну, так никто не танцует. После карантина купать. Пока нельзя. Домашний партнер, кота. Привет. Секунда. А? О, спасибо. До конца эфира осталось 2 минуты, пожалуйста. Две минуты, окей, две минуты. Теперь пробуем это все делать вместе. Ведем бедра, теперь выдвигаем корпус, бедра, бедра, корпус, бедра. Волна снизу наверх, сверху вниз, снизу наверх. Наклонили корпус, сократили мышцы, присели. Окей, понятное дело, в основном сейчас будем пробовать все сольно, для того, чтобы нарабатывать практику, для того, чтобы вы научились самостоятельно делать своим корпусом, и мы парни, потому что мы ведем своим корпусом, девушки, для того, чтобы создавать максимальную красоту. Вот. Пробуем это все делать дома, чтобы после карантина все уже были максимально пластичные, все уже умели делать. Изоляция не только дома во время карантина, изоляция в вашем теле. Изоляция, да. Перед занимайтесь изоляцией. Дома, аккуратно все это дело делать. Вот, минутка до конца эфира. Вот, мы давайте сейчас чуть спорим. Сольно? Да. Все вместе, давайте, да. Кто готов, давайте вместе с нами. Если эфир оборвется, ну, окей, так что готов. Бедра, бедра. Бедро, корпус. И волна. Снизу. Точки. Там. Там. Два. Три. Раз. Два. Та, 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 бедра, корпус, бедро, корпус, 2, 3, та, 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 по точкам волна, та, корпус, вверх, вверх, теперь быстро. Онлайн-фестиваль, первый онлайн-фестиваль, который проводится. Ну, что, мы надеемся, информация была полезна. Спасибо за то, что были с нами. Дома. Да. Изолируйтесь правильно, не только масками и разными другими подручными средствами, но также и в танце. Пробуйте танцевать дома. Надеемся, скоро увидеться вживую. Да. Спасибо вам. Александра Анна, город Харьков, студия танцев «Харьков Звук». Для Sunny Days.